Можете, пожалуйста, звук включить? И подождите, если я... Микрофон включи. Микрофон включите, пожалуйста. Сегодня мы собрали для, и это публично, потому что я думаю, что мы должны сказать жителям Одещины, чем занимаются наши областная администрация. У нас есть несколько отделений, которые занимаются контролем за контролем коррупции и предотвращением коррупции. Отдел внутреннего аудита, там, где проверяется, на что тратятся бюджетные программы, состояние сохранности активов, бухгалтерский учет, качество предоставления административных услуг и выполнение контрольно-наблюдательных функций. Давайте тогда начнем с внутреннего аудита. Кто представляет внутренний аудит? Пожалуйста, микрофон включайте, пожалуйста. Может быть, я думаю, что просто надо короткую информацию сделать. Какие сейчас последние проверки были, что вы выявили, что происходит в сфере вообще областной администрации? Да, начальник отдела внутреннего аудита областной администрации Бузулан Роман Семенович. Значит, Бузулан Роман Семенович. Бузулан. Значит, наш отдел создан сравнительно недавно. Значит, мы функционируем фактически с декабря прошлого года. Значит, укомплектовались. Штатная численность у нас 7 человек, но фактически трое и один бухгалтер. Значит, мы являемся самостоятельным юридическим лицом со своими правами, обязанностями. Значит, работаем мы в соответствии с планом, который утвержден нам главой администрации. План на это текущее полугодие был утвержден предыдущим главой администрации и согласован с Государственной финансовой инспекцией. Такой порядок у нас существует. Значит, согласно этого плана мы планировали проведение 4 внутренних аудитов в подразделениях областной администрации подведомственных. И справились мы пока только с 3 объектами. 4-й объект в связи с недостаточным финансированием, которое было на этот год выделено на командировочные, Болградская РДА, значит, нами не было охвачено, мы внесли соответствующие изменения в план, и Госфининспекция нам это согласовала. Значит, у нас на протяжении, я коротко остановлюсь, на протяжении этого полугодия было проведено первое, это аудит в феврале-марте текущего года, в связи с нашими организационными проблемами, которые у нас были, и с укомплектованием, потому что мы фактически начали работать. Я один и один специалист. Потом добавился в феврале еще один специалист, нас всего 3 специалистов. Значит, первый это был аудит, внутренний аудит соответствия відповідності департамента экологии областной администрации. Там мы обратили внимание. Во-первых, это была стартовая наша, так сказать, площадка, мы только начинали, организовывались, и некоторые нюансы работы мы еще не знали. Мы собрали достаточно серьезную информацию, и особенно мы обратили внимание, в первую очередь, на административные услуги, на то, как организовано предоставление административных услуг населению. Значит, как выяснилось, все услуги, которые оказывал департамент в текущем году, вернее, в предыдущем году, они проходили через городской центр административных услуг. И городской центр обеспечивал, в общем-то, выполнение всех этих услуг. Были некоторые недостатки, связанные с организационными моментами. Это, в первую очередь, отсутствие информационных технологических карточек, которые предусмотрены постановлениями Кабмина, нормативными документами. В ходе проведения этих аудитов мы, собственно, многие недостатки устранили и смогли, в общем-то, привести, я считаю, более-менее в порядок. Там были, кроме того, выявлены нарушения, связанные с организационными моментами. Это положение о самом департаменте, оно не соответствовало во многих аспектах тем требованиям, которые предъявляются к областной администрации в соответствии с действующим законодательством и не были учтены. То есть выпадали из деятельности департамента
те вопросы, которые возложены на администрацию, они не были как бы делегированы согласно положению этому подразделению. С этим мы тоже, в общем-то, справились и приняли наши замечания, рекомендации. Они были устранены. Значит, что касается финансовых нарушений именно в этом департаменте, ну, достаточно сильно организованный бухгалтерский учет. Вот, и учитывая те обороты, которые были, мы не выявили серьезных нарушений, там ничего такого не было. Значит, административные услуги какие они предоставляют? Значит, они предоставляют в основном разрешительного характера. Значит, это различные дозволы по линии экологии. Вот, оформление экологических, проведение экологических экспертиз, вот, ну и там прочее, там перечень, честно говоря, большой, я сейчас не смогу не готовиться. Так, следующий, что значит, следующий аудит у нас был аудит эффективности, это ну, достаточно новое направление, которое, в общем-то, это мы впервые проводили аудит, такого подразделения не было, этим не занимались. Значит, мы оценивали эффективность региональной программы, поддержки книгоиздания и средств массовой информации. Значит, и вот в этом аудите мы, в общем-то, увидели много несоответствий, связанных с тем, что ожидаемого эффекта, который ожидался от тех программ, которые были утверждены областной радой и взяты к исполнению соответствующими подразделениями администрации, цели не были достигнуты. Во многих аспектах. Вот. Соответствующие изменения не были внесены, как мы считаем, ну, нужно было их вносить, конечно, можно было что-то подкорректировать, но не подкорректировали. И мы вышли там на факты неэффективного использования средств, ну, чуть более миллиона, 1 200 000 гривен. Вот. Я просто не готовился к этому. И сейчас материалы находятся на рассмотрении. Мы доложили об этом, и материалы переданы в отдел кадров для проведения служебного расследования, установления причин и виновных. Третий аудит у нас был, это районная, Раздельнянская районная администрация. Там у нас стоял основной вопрос, ну, тот, к которому мы готовились, это соблюдение тарифов на теплоносители. Значит, там такая была ситуация, что тарифы по проведенному ранее анализу мы мониторим и анализируем ту ситуацию, которая в области. И согласно нашего анализа и анализа, проведенного департаментом финансов, было установлено, что тарифы превышают где-то процентов на 30 тарифы на тепло. Превышают среднее по области и, в общем-то, и в Украине тоже. Значит, ну это речь идет о тарифах, которые тарифов на тепло, которые применяются при обслуживании бюджетных организаций, не населения. Не населения, а именно бюджетных. И тянут за собой соответствующее повышение расходов бюджета на вот эти вот на эти коммунальные услуги. Вот. Ну да, нами была подтверждена эта информация, что в результате неправильного установления тарифов. Вот, в общем-то, из бюджета 1 400 000 гривен было переплачено. Ну, мы считаем, что это незаконно. Ну, сейчас мы еще не закончили этот аудит, мы будем докладывать как раз вот сейчас тот момент. Мы 30-го подписали, у нас до 10-го числа мы будем докладывать вам ту ситуацию, которая сложилась, и дадим более детальную оценку этому явлению. Вот. Ну, кроме того, мы там тоже в администрации обратили внимание на порядок предоставления административных услуг, были в центре предоставления админуслуг. И ну, мы, в общем-то, остались недовольны, как, впрочем, администрация сама подтверждает, что уровень ну, низкий, это даже ниже самого нижнего уровня. Вот. Там действительно очень плохие условия. При предоставлении услуг населения. Это Раздельнянский район. Вот. Ну, такие вот основные результаты. Сейчас какие-то вопросы? Какие опять питания? Какие все? Внутренний магистр аудит. Так, значит, отдел по взаимодействию с правоохранительными органами. Что у вас? Я замначальника управления
взаимодействия с правоохранительными органами, обороны работы, запобегания и выявления коррупции. Валерий Михайлович, начальник отдела по запобеганию и выявлению коррупции. Я вкратце остановлюсь на проблемных вопросах по взаимодействию с правоохранительными органами, а Валерий Михайлович расскажет вопросы коррупционного направления. Значит, систематически мониторится ситуация о состоянии борьбы с преступностью в Одесском регионе. На основании этого мониторинга мы смотрим ситуацию о улучшении или ухудшении тех или иных направлений видов преступности. Затем собираемся с руководителями правоохранительных органов и определяем, как исправлять существующую ситуацию. Но самая лучшая помощь – это материальная. В связи с тем, что по законодательству финансирование из двух бюджетов запрещено, то управлением совместно с правоохранительными органами разработана программа, которая называется «Безопасная Одесса». Там определены различные направления. Там есть такие разделы, как громадская безпека, антитеррор, помощь Нацгвардии, воинским формированиям. И каждый год определяется определенная сумма для финансирования. За вот эти деньги из госбюджета для милиции приобретено 42 автомобиля для того, чтобы более оперативно оперативные группы выезжали на места преступления. Какие машины? И «Жигули», и «Рено», французские автомобили. Потому что раскрытие преступления зависит от продолжительности времени прибытия оперативной группы. Чем дольше этот промежуток, тем сложнее потом раскрывать преступление. И чем больше будет вот таких мобильных групп, тем эффективность раскрытия будет выше. Затем определялся анализ мест, где большая концентрация совершения преступлений. Там устанавливались видеокамеры, которые концентрировались на мониторе УВД города. Служба безопасности вышла к нам с предложением, чтобы такие мониторы в дежурной части и службы безопасности были установлены. Потому что, как показывает анализ, в последнее время участились террористические акты, и им нужен доступ к вот этой видеосистеме. Тоже определено финансирование на вот эти направления. Также управление занимается вопросами помощи таким батальонам, как «Шторм», 418-й батальон, которые выполняют свои обязанности в зоне АТО. Ни от кого не секрет, что были проблемные вопросы и по вооружению, по обмундированию, по бронежилетам. Вот эти все средства, предусмотренные в бюджете, выделялись для того, чтобы экипировать надлежащим образом и Нацгвардию, и «Шторм», и другие воинские формирования. Также управление работает в направлении разбудовы державного кордона. Область очень имеет большую протяженность и морских, и сухопутных границ, и существуют как местные пункты пропуска, так и международные. Просчитана была ситуация, правда, немножко не освоили денег, потому что не в полном объеме они были выделены, но тем не менее 3 местных пункта пропуска оборудованы в надлежащем состоянии и частично финансированы международные пункты пропуска для улучшения пропускного режима. Про коррупцию расскажет Валерий Михайлович, потому что это специфика их отдела. Пожалуйста, Валерий Михайлович. Разрешите? Давай. Начальник отдела по вопросам выявления и предупреждения коррупции управления Радко Валерий Михайлович. Уважаемые присутствующие, во-первых, я хочу доложить, что мы всю свою работу строим в соответствии с той системой и с теми руководящими документами, которые сегодня существуют на Украине и определены нашим правительством и губернатором. В Украине все. В Украине. Правильно.
Да. Значит, два распоряжения, которые у нас на сегодня существуют. Вступивший в силу закон 1700 про запобегание коррупции в апреле месяце, который, кстати, вы все знаете, ввел и уголовную ответственность за недостоверность представленных данных. Вот на основании этих основных документов мы и работаем. Что я хочу первое доложить? У нас создана и работает система, потому что я считаю, если есть система работы, значит есть работа. Если нет системы работы, значит работа ведется хаотично. Что подразумевает в себе система? У нас распоряжением и приказами соответствующими назначены ответственные лица в районных администрациях, в структурных подразделениях, в аппарате, которые непосредственно занимаются организацией этой работы и отвечают за проведение этой работы. Сразу хочу доложить, что мы критически оцениваем свою работу, и сегодня случившийся факт в собрании, что на первом транше взятки, неправомерные выгоды, как она сейчас называется, задержан исполняющий обязанности главы районной государственной администрации, это и наша вина. То есть мы не смогли довести до его сознания ответственности за это преступление, поэтому мы тоже себя вину в этом не снимаем. Значит, у нас постоянно анализируется информация, которую мы получаем от ГУ МВД Украины в Одесской области ежедневно по сводкам и наиболее важных мероприятиях докладываем, а также анализируем те коррупционные нарушения, которые имели место у госслужащих в районах, в структурных подразделениях и в аппарате. Хочу сказать, что в 2014 году было 3 таких случая, а в этом году у нас, мы уже имеем один случай, это Болградская районная администрация, но здесь получилась несколько интересная картина. Женщина работала в структуре областного фонда социального страхования и совершила нарушение на 901 тысячу гривен. Но потом перешла оттуда, после того совершения преступления, главспециалистом в отдел охраны здоровья Болградской администрации, где она и была, так сказать, взята на этом преступлении после проведения соответствующих ревизий и проверок. Не хочу, значит, обременять долго внимание, но хочу акцентировать на том нашу работу, что мы очень много внимания в этом году уделили разъяснению всем категориям наших служащих закона 1700-го. Это новый закон, он очень объемный и требовал большого внимания. Мы проводили неоднократные занятия со всеми категориями по заполнению деклараций. После того, как эти декларации были заполнены, мы их все проверили, составили акты, и там, где мы нашли, так сказать, некоторые непонятные моменты, дали время на исправление этих деклараций в соответствии с законом. И поэтому в этом году практически проблем не было. Часто выезжаем непосредственно в районы по проверке жалоб и заявлений. Вот я лично работал в Измаильском районе и в Южном. 9 жалоб и заявлений было принято, рассмотрено, и по всем были приняты решения. Кроме этого, значит, тесно работаем с общественностью. И общественность нам в этом помогает. Буквально вот две недели назад я отчитывался перед общественниками по беспечной Одесщине. Мы туда специально, в эту программу, ввели раздел антикоррупционный. Настояли на этом и ввели его туда. Хоть он и не требует денег на сегодняшний день, но не дали нам тогда денег в облсовет, так получилось. Вот. Поэтому я отчитывался. Куда ввели в отдел антикоррупционный? Во что ввели отдел антикоррупционный? Беспечную Одесщину ввели раздел туда, который мы отвечаем. И я вот отчитывался перед общественниками. Это было сделано по настоянию общественности. Я скажу, что очень был серьезный, деловой и принципиальный разговор. И мы нашли контакты и взаимопонимание. Встречаемся, разговариваем, пытаемся находить пути решение всех вот этих вопросов. С вашим приходом активизировалась работа горячей линии. И причем она активизировалась очень сильно
мы в день, отдел наш по факту, мы 3 человека, в день принимаем, ну, не менее 10-15 звонков. Только по телефону горячей линии отдельно. Хотя она у нас и была раньше, но когда с введением вот этой линии, стала намного эффективнее и активнее эта работа. Мы пытаемся и разъясняем людям ситуацию, как выйти из этого положения, что занимает определенное количество времени. Пользуясь случаем, я прошу сказать, если есть такая возможность, увеличить хотя бы одного человека, чтобы оказывал нам помощь в решении этих вопросов, это будет более эффективно. Поэтому, потому что кроме этого, еще каждый день управление получает, ну, 20, 25, 15, но не менее 10 заявлений граждан. Каждое заявление надо прочитать, дать на него ответ, вникнуть, позвонить, переговорить, а это все входит в определенные сроки. Хочу сказать, что мы не жалуемся здесь, то, что нам тяжело работать, мы будем работать. И будем стараться, так сказать, идти в ногу со временем и выполнять те указания и распоряжения, которые... Владимир Михайлович, когда вот у вас есть вопрос? Чи за останній час був хтось затриманий за результатами роботи нашого антикорупційного відділу? Чи є результат? Чи була затримана конкретна людина протягом останніх декількох місяців за порушення... Корупционный отдел наш он не затримывает. Это понятно. Я разумею, але в результате вашей работы. По информации были. Мы информировали, мы, ну я не буду рассказывать, есть здесь всем. Мы информировали специальные органы нашего куратора, который занимается этим вопросом. Понятно. Пришло просто какого уровня у должностных лиц задерживались тобой? Затримывали. Это логичный вопрос. Кого конкретно посадили? Ну, в этом году пока никого в этом году. А в том году были случаи. Кавалер Михайлович, как вы оцениваете в целом антикоррупционную ситуацию в регионе? Что вы думаете, где у нас самые острые участки вот, в региональном УДА, областной державной администрации? Какие департаменты больше всего у вас беспокойство вызывают, и какие направления нужно, как, вот общественность, когда вы говорили, о чем они, что вы... Вот общественно, значит, первые, основные, какие моменты. Очень много таможня, в основном. Коррупция в портах при прохождении грузов, постоянно, и вот и мы звонки получаем. Такая мелкая, как бы мы ее называем, бытовая коррупция, это в медицине постоянно жалуются люди, что несколько снизились вопросы жалоб в системе образования, вот. Ну и вопросы земельных ресурсов, вот эти вот основные направления. А что до власне нашей деятельности, есть какие-то уважения, как для державного органа? В принципе, таких нареканий особых нет. Какой телефон горячий? Что за горячий? Значит, хочу всем объяснить. Есть сайт областной государственной администрации. Там есть запобегание проявам коррупции. Нажимаете кнопочку, выходите. Там несколько ссылок, и вы сразу попадаете на горячую линию. Телефон 718-9268. Один из телефонов. Там много телефонов и много электронных адресов. Сколько у вас сотрудников в отделе? Живых 3. Как сказать? Не живых? Да, на сегодняшний день. А мертвых нет у нас. Нет, а в целом департамент сколько? В управлении было 18, сейчас 15. Ну вот, если вот эту горячую линию сделать полноценной и объемной, чтобы там концентрация людей была такая, чтобы могли и анализировать, потому что, как показывает практика, из 15-20 сообщений 3-4 заслуживают именно реального внимания, чтобы сотрудники, которые в прошлом все сотрудники правоохранительных органов, вникли во всю эту ситуацию, отобрали из
всей информации реальную, надо хотя бы, чтобы 2-3 человека сидело на этой линии. Я понимаю. Но у нас еще есть и колл-центр в обладминистрации, который тоже снимает эту информацию и докладывает обычно сюда нам. По землям, какие у вас, как земли распределяются областью и там районными администрациями, как есть, наверное, и обсоветами? Как есть вот нарекания, вот у вас какие... Вы имеете в виду коррупционная составляющая? Да, да, естественно. Значит, жалоб по земле приходит очень много. Но в соответствии с действующим законодательством, это вопросы органов местного самоуправления при выделении. А если конфликтная ситуация, то компетенция суда. И мы стараемся в соответствии с компетенцией привлекать вот эти... И результаты какие? Вот у кого-нибудь забрали землю, там, кто неправильно распределил, там, у какого-нибудь должностного лица, допустим, или там выявили, по крайней мере, опубликовали где-нибудь? Таких вопросов мы не располагаем такими данными. Нет, тут прокуратура не надо печатать данные. Ну, я специально собрал вас вместе с журналистами, потому что я думаю, что общественность должна, в принципе, знать, что, чем занимается общественная администрация. Я тут в этом здании 800 сотрудников, я сейчас буду департамент за департаментом проходить, чтобы мы знали, кто чем занимается, кто или кто не занимается, или кто не тем занимается. Естественно, совершенно очевидно было начинать с органов, которые занимаются тем, что больше всего волнует общественность, это внутренний аудит, это как тратятся деньги, которые выделяет каждый год государство, на дороги, на школы, на больницы, на как распределяется земля в области, кто получает эту землю. Какая ситуация с положением с милицией, с прокуратурой, с СБУ? Насколько мы имеем отношение к этим вещам? Значит, ну, мы послушали внутренний аудит. Внутренний аудит должен заниматься тем, что внутри, как распределяются средства внутри области, бюджетные средства. Вот я вам прочту функции: качество предоставления административных услуг, функционирование системы внутреннего контроля, эффективность планирования результатов выполнения бюджетных программ, управление государственным коммунальным имуществом, правильность ведения бухгалтерского учета, финансовой отчетности, рисков, которые негативно влияют на выполнение функций и задач областной администрации. Отдел по вопросам предотвращения и выявления коррупции разрабатывает, осуществляет и контролирует проведение мероприятий. Ну, сначала найдем внутренний аудит. Вот вы говорили, что вы провели департамент экологии, административные услуги по городской центру. И вы упомянули такой термин, были некоторые недостатки в осуществлении административных услуг, я цитирую, просто что сказали, их устранили после вашего вмешательства. Ну, я не знаю, ли последний раз вы были в центре административных услуг города, то там большие проблемы с этими административными услугами. Там реально люди жалуются каждый день на то, что за каждую справку надо платить взятку. За ускорение справок нужно платить двойную взятку. Я встречался недавно с инвесторами, которые говорили, жаловались именно на экологический департамент нашей администрации. Там идет речь об инвестиции 880 миллионов долларов в Одессу. И наш областной департамент придрался к каким-то там вещам. Это мы говорим не о пляже, а говорим о городском, в принципе, о внутренней черте города. И они не выдают разрешения, совершенно прозрачно намекают на взятку. И это не выдается совершенно без всяких объяснений уже долгое время. Поэтому называть то, что происходит в осуществлении администрации услуг, допустим, по линии экологии, некоторыми недостатками, мягко говоря, в некотором смысле неправда. Мы говорим о катастрофе в услуге, административных услуг.
И еще более непонятно, что вы указали, оказывается, некоторые недостатки, они их быстро исправили. Или вы живете на другой планете, или наши граждане живут в каком-то там мире, который они сами изобрели. Я реально, и вы, наверное, тоже общаетесь с гражданами, мы видим каждый день, что они уже устали жаловаться. Там катастрофа происходит. Что касается отдела по вопросу предотвращения и выявления коррупции. Разрабатывает и осуществляет контроль проведения мероприятий по предотвращению коррупционных правонарушений. Принимает меры по выявлению конфликта интересов и способствует его устранению, а также оказывает благоприятные для совершения коррупционных правонарушений. Риски деятельности должностных и служебных лиц облако госадминистрации носит приложение по их устранению. Участвует в проведении служебного расследования проверки в областной государственной администрации с целью выявления причин и условий, способствующих совершению коррупционного правонарушения и выполнению требований антикоррупционного законодательства. Сообщает председатели областной государственной администрации о фактах. И, ну, знаете, я с самого начала попробовал, чтобы выявить эти факты, которые вы нам сообщили, и пока что никаких фактов не обнаружил. Вы сегодня сами сказали, что никто в этом году не задержан. Это означает, что в результате, что никто в этой администрации областной, в нашей районной администрации, не делал ничего, что противоречит уголовному законодательству. Мы об этом заявили вот в правоохранительные услышания, и вы увидели, что люди рассмеялись в этом зале. Я думаю, что людям за пределами этого зала не до смеха. За пределами этого зала люди очень злые. Они не смеются, потому что смеяться тут нечем. Каждый конкретный должностное лицо, каждое почти, делает не то, что нужно делать. Я сегодня был в Сергеевке. Там лучший парк разобрали на части представители местной районной администрации, местного совета. Все земли прихвачены. Там в одном месте строят большую виллу, прокурор, парки, Пушин, у лимана прямо на пляже. В другом члене обсовета, в третьем там друг мэра приватизировал туалет и прихватил вместе с ним 10 гектаров у пляжа. И строит сам совсем здание, которое совершенно не соответствует масштабам туалета. И это происходит все на наших глазах, друзья мои. Я уже не говорю о том, что происходит в этом здании. Мы этим тоже разбираемся сейчас очень серьезно. Но вы прекрасно знаете, что происходило тут с строительными разрешениями. И происходит. Что происходило с выдачей земли тут. Сколько времени эта земля занимала. Замена что-то. Я же не рассказываю ничего такого, чего вы не знаете. Вы все это знаете. И тут у нас есть сейчас целых 20 человек, которые должны были все это время это выявлять, сообщать. Если они не примут меры, то минимум об этом кричать. Потому что вы госслужащие, которые вы все давали клятву верности народу Украины, они там Саакашвили, там палец, там Петренко и там Иванов. Правильно? Нашему народу. И мы говорим о том, что реально все земли выдаются. И выдавались. Или по блату, или по взяткам. Все. Не было ни одной выдачи земли здесь. Давайте скажем честно, которая была честной. Строительные разрешения практически все выдавались по взятке или по блату. Административные услуги лучше не связывать с государством. В детсад поступить. Вы все знаете, что нужна взятка. Ты рождаешься, нужна взятка, чтобы тебя зарегистрировали. Ты идешь в детсад. Нужна взятка, чтобы взяли хороший детсад, хотя за него платишь. Ты идешь в школу, и чтобы идти в хорошую школу, нужна взятка. Мы все про это знаем. Ты заканчиваешь школу, нужна взятка, чтобы тебе дали аттестат. Вот в эти дни это происходило. Ты работаешь где-то на поле, не хочешь идти в учебное заведение. Сейчас вывозишь урожай, нужна взятка для того, чтобы вывести урожай. Каишники, несмотря на то, у них палки отняли, они руками восстанавливают. Трайлеры. Ты поставил еще учебное заведение, тебе нужна взятка, чтобы взяли. Ты собрался умереть?
Тебе нужна взятка, чтобы хорошее место дали, чтобы умереть, то есть в хорошем месте тебя положили. Это все происходит на наших глазах. И что после вот на фоне того, что происходит, что знают все буквально, в этой области особенно, эта область особо отличается в Украине вот этими всеми мероприятиями. Неужели 20 человек больше ничего не нашли? И вот, как, кроме того, как выявили некоторые, цитирую, определенные нарушения, их быстро устранили. Или каждый год, я цитирую, определяется определенная сумма мест, где большая концентрация и так далее. Там я не буду цитировать это. Где конкретные выявлены нарушения? Где конкретные посаженные должностные лица? Где конкретные облегченные процедуры? Где конкретные рекомендации, как все поломать, то, что есть? Поэтому я хотел бы сказать, что люди должны знать, на что тратится государственный бюджет, который очень мало и который не тратится. Реально, в этой сфере, в областной державной администрации практически ничего не сделано. Поэтому я понял, что есть единственный метод. С такой ситуацией разбираться. Есть указание президента навести в Одессе порядок и бороться с коррупцией. Есть главное требование украинского народа делать то же самое, и главное жители Одессы. Поэтому мы сделаем так. Мы полностью распускаем отделы внутреннего аудита, отдел взаимодействия правоохранительных органов и отдел по вопросам предотвращения коррупции. За то, что вы ничего вообще не сделали. Ни по вопросам предотвращения выявления коррупции, ни по вопросам проверки того, что происходит внутри. Первое. Второе. Мы вообще не будем это контролировать. Я предлагаю общественности Одессы и Одессы избрать, найти аудиторов, найти квалифицированных бухгалтеров, найти активных участников общественности. Мы найдем им деньги, чтобы им платили независимые фонды. Они будут проверять то, что вы не проверили. Они будут проверять, что происходит внизу. Мы дадим им полный допуск ко всем бумагам, ко всем документам, ко всему бюджету. Они будут проверять с этого момента, что здесь происходит внутри. Мы им дадим, выделим помещение, они будут сидеть здесь, они могут сидеть где угодно в другом месте. Общественность Одессы, гражданское общество Одессы возьмет на себя контроль, абсолютно бесконтрольный до сих пор областной администрации. Они будут проверять то, что здесь делается, и то, что особенно то, что не делается. Они будут проверять, кто что крадет. Они будут это выявлять и сообщать общественности и другим органам. Это во-первых. Во-вторых, они, эти люди, будут вводить систему электронных тендеров, потому что вы видели дороги здесь? Вы мне рассказываете, что здесь не крадут? Вы видели дороги в Одессе? Как вам не стыдно вообще? Вы катаетесь по этим дорогам, вы мне рассказываете только что час моего времени, людей времени потеряли на то, чтобы рассказывать, что здесь не крадут. Дорога по дорогам вы этим ездите. Вы знаете, что происходит в Облавтодоре? Вы думаете, что я абсолютный дурак, который будет весь вводить в заблуждение ямки, которые делают перед моим приездом? По принципу славной Екатерины и его фаворита Потемкина? Это есть работа ваших органов? Эти ямки, которые делают, где эти деньги, которые каждый год выделялись и все украли? Поэтому вот они будут вводить систему электронных тендеров, они будут контролировать, на что будут тратиться деньги. Я гораздо больше доверяю порядочным, честным представителям гражданского общества Одессы и Одессы, чем, извините, каждому из вас. Пора уже передать то, что мы не справились как администрация, людям. Люди справятся. Люди пригодны не для того только, чтобы выбегать раз в 4 года на Майдан. Люди наши умеют работать, в том числе проверять. Давайте с этого момента, пусть людей в городе, в этом городе, в регионе назовут общественных деятелей, будут у них деньги,
Я найду антики. Будут, и главное, мы им дадим полномочия. И главное, мы им дадим, не дадим возможность никого их обманывать. И никого давать вообще. С этого момента эта функция уходит в этом виде из, и количество этих людей из областной дежурной администрации передается общественности Одессы и Одессины. В ближайшую неделю я предлагаю одесситов назвать этих людей, комитет из 10 одессит, которые будут заниматься контролем, и мы сделаем то, что все рычаги контроля, то, что было здесь, передадим сейчас представителям этой общественности. Другого метода я просто не могу найти. Я думаю, что мы это обеспечим. Я благодарю всех представителей общественности и журналистов за то, что пришли. И на этом я заканчиваю совещание. Спасибо.